Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои любимые друзья! Сегодня праздник, веселый праздник. А я очень люблю любые праздники, веселье, шутки. Люблю сказки, страшилки. И я думаю, что это как раз праздник для меня. Я в детстве очень любила играть... Ну, не в театре, а у нас кружок был театральный. Очень любила там играть, но с годами удается все реже и реже. Иногда мы на даче собираемся, но это все становится реже. Поэтому я решила выступить в роли ведьмы и сделать вам вот такой необычайный сюрприз. Надеюсь, он мне вам понравится. Вы посмеетесь над этим, также улыбнетесь, у вас поднимется настроение. Вспомним свое детство. Итак, в одном старом городе, на одной старой улице, в одном старом доме. Любимые крошки, ну что, вы принесли крошки, и сегодня праздновать будем, и сейчас мы с вами будем готовить страшный коктейль, чуть-чуть почек бросим, и, конечно, муху. Муху, которую мы поймали. Муравья. А теперь добавим туда хорошего. Финал. И это коктейль я выпью и помолодею. И стану красивой и молодой. Ha 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 ha!